Причем, я думаю, самое то, что там хейт нам говорит, они же не слышат ничего, естественно. Ну так, там, может быть, отдаленно. Да. Так, у нас что-то на экране происходит. Хейт, что у нас происходит? Ага. Вот, да, у нас как бы играет... Я... Кап, ты против? Что... Я не против совершенно. Все, Кап, остается. Мне пришлось просто заменять, да. Да. Безответно. Надеюсь, вам очень понравилось. Отнесу, там. Отнесу чай к своему стримингу. Кто хочет телефончик Капы, всем ко мне в личечку пишите. Договоримся о цене. И к нам сейчас с видосками придет, как я понимаю. Расскажет, что вообще почем. Лихо. А пока у нас на экране лузера. Они нежданно-негаданно попали на экран, потому что все остальные заняты в данный момент. Не-не-не, вот так. Так, наш эксперт пришел, он готов нам рассказать всем, кто знает и кто не знает, что тут вообще происходит на экране. Добрый вечер. Это инфа 2004, и все так. Здесь какие-то анимешные игры, которые никто не играет. Сейчас на экране Бал играет за Банга. Банг в первую очередь известен тем, что у него большой гвоздь. И Вернер, который играет за Цубаки, и вот сейчас он отдал первый матч, насколько мы видим. Я не знаю, кто такой Вернер, но я знаю, кто такой Бал. Насколько я знаю, он тренировался в последнее время очень долго и упорно. Банг достаточно слабый персонаж в этой версии, насколько мне известно, но Цубаки вроде бы тоже, и тема интереснее будет матч. Да, разборки слабых персонажей. Кто пойдет и насосет большим дядям дальше по сетке? Цубаки — это как бы новый перс, который не был на начальном составе. Ну, она достаточно давно, она с Continuum Shift 1. Ага. А это какая версия у нас? Это сейчас? Continuum Shift Extend версия 1.1, это пятая, шестая итерация. Шестая итерация? Это раз, два, три, четыре. Да, это шестая, охренеть, и седьмая выйдет в конце года. Это какой-то Street Fighter, я не знаю. Но тем временем Бал тащит Вернера к углу, у него огромный лайфлит. И зачем-то он бэкдэшится, Банк — это парень, который очень любит находиться в углу, особенно как атакующий. Не сконфермил, но ничего страшного, все равно выиграл. Ему это не нужно. Скажи, ты знаешь, сколько человек сегодня у нас на Blast Blue? Я слышал, около 25 или что-то в этом роде. Вот это практически то же самое, что Soul Calibur. Можете представить себе такое падение СК? Ну тут тоже как бы у них драка на оружие. Вот одно есть крылья, вот другое огромный гвоздь. Да, да. Ух ты, вот такой вот ресет интересный. Ух ты. Да, миксап, вот этот удар, который бил низом, который он только что сблочил, он есть точно такой же, только оверхед по анимации, они почти не отличаются, и очень сложно блочить. Но в него можно влезать, если ты знаешь. И никто не влезает. Вот Банк как бы, скажем так, он практикует, о боже мой, он выбьет Хилбюрст своим ударом с автоброней. Он... У него есть удары, похожие по механике, как Анжи из Guilty Gear. Он делает атаку, и посередине там есть кадры блока, и он во время атаки автоматически блокирует некоторые удары. Это достаточно редко случается, но сейчас, видимо, большая удача нас всех посетила, и мы это увидели. И тем временем Бал просто уничтожил Вернера.